Самая влиятельная страна в мире наконец-то признала ужасную правду. Вопреки заверениям ЦРУ, к заключенным применялись крайне агрессивные методы. Их раздевали догола, заставляли носить подгузники, подвергали физическому насилию, ставили в различные неудобные, причиняющие боль позы на долгое время. Шокирующие подробности программ проведения допросов и условий содержания заключенных в тюрьмах ЦРУ были отражены на 525 страницах доклада, опубликованного Комитетом по разведке Сената США. Публикация этого доклада – важный шаг к восстановлению наших ценностей, которые демонстрируют миру справедливость нашего правового общества. Правозащитные группы и ООН вновь призвали наказать виновных в жестоком обращении с заключенными. Но президент США Барак Обама, запретивший использование пыток, заявил, что страна должна смотреть не в прошлое, а в будущее. Я думаю, что мы не должны огульно очернять отличных профессионалов разведки, преданных своему делу. И это значит, что никто не должен нести ответственность. По словам критиков, президент США создает опасный прецедент. Приняв решение идти вперед, забыть о прошлом и не расследовать серьезные преступления, Обама оставляет возможность применения пыток в качестве неправомерной политической стратегии для будущих президентов США. Тем временем действующий директор ЦРУ защищает ведомство, заявляя, что после терактов 11 сентября многое было сделано правильно. Он, однако, не уверен, относится ли это к применению так называемых расширенных методов допроса. Мы не утверждаем, что именно использование расширенных методов допроса в рамках данной программы позволило получить полезную информацию от задержанных. ЦРУ вывели на чистую воду. Теперь все знают, что там происходило на протяжении многих лет, о чем уже давно ходили разговоры. Действия ЦРУ отвратительны. Это недостойное поведение бессовестного ведомства. Но никто не принес никаких извинений и не был наказан за содеянное. Мы пытаемся донести до всех стран, что положили конец этой практике, что это один из первых шагов, предпринятых президентом, и что мы готовы быть открытыми и прозрачными, признавать наши ошибки и меняться к лучшему. Именно это мы и сделали в данном случае. Фактически вы общаетесь с другими странами в наставническом духе. Делайте так, как мы говорим, не повторяйте наших ошибок. Я прав? Мы приняли решение раскрыть информацию о том, что делали в прошлом, и что, на наш взгляд, не соответствовало нашим ценностям. Это, я думаю, показывает нашу силу. Об этом мы говорим с другими странами. Но люди могут сказать, что сила заключается не в простом обнародовании фактов, а в действиях, а вы лишь на полпути. Мне нечего добавить к словам Министерства юстиции. Прозрачность — это сильное преувеличение со стороны администрации Обамы. Отредактированный доклад о пытках ЦРУ объемом в 525 страниц — это всего лишь краткое изложение, малая часть документа, содержащего 6700 страниц. Его текст полностью засекречен и скрыт от общественности. Это значит, что уже известные миру сведения о пытках, которые применялись в США в прошлом, могут быть лишь верхушкой айсберга. Марина Портная, РТ, Нью-Йорк.